1 июня детский сад комбинированного вида номер 58 закрылся на ремонт. Главной причиной стала лестница, ведущая в подвал, которая находилась в аварийном состоянии. Она была полностью разрушена, поэтому сотрудники не могли ей пользоваться. А когда приезжает машина с продуктами, все консервации и овощи должны храниться именно в подвальном помещении пищеблока. Поэтому было принято решение заключить два договора на выполнение наружных работ здания с подрядными организациями. Первый договор заключен на ремонт входа в подвал. На него выделено почти 1,5 миллиона рублей. Сейчас уже выполнен демонтаж железобетонных конструкций, монтаж лестницы и стен при входе. И второй договор – это замена всех оконных блоков на сумму чуть более 5 миллионов рублей. По оконным блокам у нас произведено демонтаж и вставлены на третьем этаже все окна. На первом этаже у нас только 6 оконных блоков вставлено. Сейчас демонтируются остальные. Работы идут по плану, нареканий к подрядчикам у нас нет. Первый этаж будет сдан недели через две. Как обещают подрядчики, уже 31 августа все работы будут закончены, и дети снова смогут посещать детский сад. Но ненадолго, потому что уже в 2022 году по программе «Столица» здесь будет проводиться ремонт межпанельных швов и полная замена фасада.